Всем привет! Сегодня 3 февраля 2023 года. Опять я иду по вчерашней локации по дачам. Сегодня солнышко начало проявляться. Вон, светит какое. Утром чуть-чуть вылазило, залазило. А сейчас уже небо прояснилось. Хорошо. Столб вот что-то видно. Это не стояли один на один наклоненный. Скрученный он. Скрутка развалилась и столб падает. Наверное, как рухнет скоро. Это ж они должны друг дружку подпирать. Иду. Вон дача разваленная. Ну, давно разваленная стоит. Все тихо. Утром чуть-чуть бубухало со стороны Краматорска. Ну, это уже такие привычные бубухи. Оно как на заводе. Когда-то искал, где себе купить участок под застройку. И нашел прямо готовый дом за недорого. На Бетонмаше, на районе. Я не помню улицу. Вот такие тут дачи. И там такая улица зашифрованная, не пробраться. А в конце стоит дом такой большой и такой недорогой. И прямо под стеной этого завода. И такая стенища, такая, ну, метров 9, ну, 6, не знаю. Вот, и улица такая глухая-глухая. И люди такие все по пути к этому дому сидят понад другими дворами на корточках с татуировками. Думаю, да, тут вечером страшно идти. Ага, ну так, самое интересное, что... В самом заводе, вот так вот, возле забора стоишь, там вот каждые, там, ну, несколько минут так бу-бу, бу-бу. Ну, это, ну, Бетонмаш, наверное, я так думаю, это какой-то мощный пресс от этих груши, бетонмешалочный, клепал. Ну, в общем, и вот это часто такие звуки, это бу-бу, как вроде какой-то завод, какой-то пресс работает, что-то он бубухает, а может, утилизирует боеприпасы какие-нибудь негодные. Так что так идем, все тает, тепло, я даже себе шапку не стал одевать. Вот тут дача. Вот. Ну вот такие вот тут у нас дачи и дачи. Дальше загоревших дач много. Ну то они погорели в процессе неправильной эксплуатации электропроводки. Они постоянно здесь воспламеняются. То ли буржуйку кто-то топит, то еще что-то, не знаю, что с ними случается. Но как хожу, так... куча дачу. Максима спрашивал, говорю, а что с ними? Да то, говорит, это уж что-то там, то шашлыки жарят, то пьяными заснут. В общем, погорели они еще 100 лет назад. Так что, никаких новостей. Дорожка такая, шлагбаумом закрытая. Всем желаю хорошего вечера. Я вчера, кстати, да, свет выключали 2 раза по 3 часа. И это вчера, когда уже писали, кто-то комментарий мне, я уже спал уже одним глазом, потому что выключили его в 7 вечера. Думаю, если на 3 часа хорошо, если на 4, то в 11 дадут, а что я буду в 11 уже? Думаю, да, выключил свет, ковырялся в телефоне и чувствую, что дремаю. Чуть-чуть так сладко заснула на мне. Ну, я-то все повыключал, думаю, это буду спать. Что-то там, чего ждать 11 часов, чтобы потом что? Включить телевизор и дальше пялиться на него, все равно утром вставать. Я сейчас стал уже раньше вставать, уже солнышко светит в 7 утра в окно, чуть-чуть начинает меня будить. Она все время думает, что не на работу. Работы никакой нет, но она по привычке. Хотя какая же привычка, уже 2-й год пошел. Наверное, это еще с прошлой осени. Так что это такие дела. Вот кто-то тут кирпич наколедовал, это с лета еще лежат стопочки. Разбирали, так и не вывезли. Это ж может какие-то хозяйственные мужички растянуть. Ну, это значит дело разборщиков. Вот дачи сгоревшие. Вот такие тут новости. Так, никаких новостей. Волчьи ягоды, наверное. Вот шиповник можно собирать на чай. Как-то возле столовой разговаривали. Там с людьми они говорят, а с чего сейчас чай? Чай тоже дорогой. А другой говорит, там можно и веточки вишневые, и веточки смородины. А я вот сколько хожу, думаю, тут столько шиповников действительно. Ну, тут поменьше, а так вот, если задаться целью, так тут можно просто на шиповнике на одном только жить. Если так, чтобы не платить ни за что. Вот такие дела. Был в столовой, там опять по-флотски вермишель, вкусненькое все, с сушенкой. Так, все как обычно. Так что всем хорошего вечера, всем пока.